Ух ты, ребят, я думал, что это совершенно другое. Я не знал, что здесь внутри, но я помню, что это. Очень жаль, что у них в инструкции не написано, как это использовать. Значит, ситуация какая? Это слюнявчик. То есть мы берем, и вот видите, здесь кнопочка есть. Первая кнопочка, либо если шея большая, то вот такая вот кнопочка. И в итоге получаем вот такой вот слюнявчик. Более симпатичный, чем стандартный, да, он более удобный за счет того, что его вот застегнул и все, и забыл. По запаху нет, никакого такого прям вот криминального запаха я не вижу, без проблем, думаю, ну, на всякий случай, конечно, постирать надо, да, но после этого на ребенка, я думаю, вполне можно надевать. Расцветки есть разные, ну, штука вполне симпатичная. Уйдет в раздел для детей.